Все, если верить документам суда, я поехал в матросскую тишину. А всем хочу сказать одно, ничего не нужно бояться, бояться можно только своего собственного страха. Значит, я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то люди сидят в зале. Называется это все открытое заседание Химкинского суда. И рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Это просто... Ну, я много видел насмешек над правосудиями, но просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно, то, что происходит здесь. Это просто какой-то наивысшей степени беззакония. Никак иначе я это назвать не могу.